Всем доброе утро! Сегодня у нас суббота, 11:30 времени. Я приехала к своим клиенткам делать макияж. Да, у них там свадьба, вот, я приехала делать макияж. Сейчас жду, приехала, поставила машину и жду, не знаю, где они живут. Меня должны сейчас выйти и встретить. И хочу заснять сегодня вот этот день, такой мой рабочий день, уже вне магазина. Да, вчера я закончила свою работу в магазине, вчера был последний день. Вот, но если честно, немножечко грустно, потому что привыкаешь к месту, вон оно, ворды, я пошла. Я уже дома, отработала, сейчас у нас время без 15:03, но я, конечно, уже минут 30 дома, я даже уже поставила пирог шоколадный в... Куда я поставила пирог шоколадный? В духовку. Вот, хорошо отработала, хотела что-то заснять, но, конечно, это нереально, и просить некого, чтобы встали с телефоном там и засняли что-то, вот, все быстро-быстро, знаете, как это, арабская свадьба, все кипишат, все бегают, все по-быстренькому хотят делать, все в... Ну, короче, дурдом на колесиках, вот, поэтому я красила трех человек, две сестры и ихнюю маму. Вот, а невеста — это ихняя сестра. Вот, ну, невеста делала там где-то в салоне и прическу, естественно, и макияж, все вместе в Нацерете или в Назарет Элите, в Нацерет Элите. Вот. Сейчас я, наверное, вставлю фотографии, которые я успела сделать в спешке, там несколько фотографий. Маму я вообще их не фотографировала, потому что она села, я ее быстренько накрасила, и она сразу же убежала, потому что надо было там одеваться, потом еще что-то там. Ну, понимаете, постоянно дома люди какие-то там, где поставить то, где поставить то, постоянные вопросы, поэтому не успела ее сфотографировать. Вот, даже в конце концов они все убежали, когда я уже закончила делать второй дочке макияж, она была самая последняя, так меня все бросили, убежали, и я еле вышла из этого дома, дом очень большой, и я просто забыла, откуда я заходила. Вот, ну ничего, вышло, все нормально, ну... Ладненько, заработала денежки. Да. Сегодня вечером мы, наверное, скорее всего, поедем в Хайфу, потому что у мужа моего сестры сегодня день рождения, родители тоже приедут, и, наверное, где-то в часов 5, в полшестого мы поедем в Хайфу. Я не знаю, что она там будет делать, но, скорее всего, будет только сладкий стол, но зато посидим, пообщаемся и отдохнем морально. Я всегда очень устаю. Больше, наверное, морально, чем физически, вот когда я работаю, потому что я очень волнуюсь, понравится клиенту, не понравится клиенту. Я всегда очень волнуюсь, когда вот занимаюсь именно вот такой вот работой, то есть я называю это творческой работой, и поэтому я это очень люблю, это наслаждаюсь, но в то же время я очень переживаю, потому что... Но я переживаю за реакцию людей, как они это примут, понравится им, не понравится и так далее. Вот, а еще я не люблю, когда люди постоянно встают, если я там, не важно, что я сделала, постоянно встают и смотрятся в зеркало. То вот такая ихняя мама была, то есть она постоянно смотрелась, вставала. Ну, слава богу, всем понравилось. Я также надеюсь, что у всех все будет держаться, там ресницы, ничего не упадет. Я очень на это надеюсь, ну, никогда со мной таких случаев не было, то есть после моей работы никогда не было таких случаев, что там что-то где-то, да, отвалилось, вот, я надеюсь, что такого и не будет. Ну ладно, сейчас я вставлю фотографии, посмотрите, что у меня там получилось.